Добро пожаловать на канал Мусалим. Сегодня у нас в работе автомобиль Kia Rio. Будем делать полную шумоизоляцию. Будет у нас клеиться все в два слоя. На данный момент разобрали автомобиль, салон, сняли обшивки. Стойки, потолок. Будем очищать поверхность, чтобы у нас на чистую поверхность, не на грязь материал ложился, чтобы у нас потом ничего не отклеилось. Будем делать все по технологии. Приступаем к работе. Проклеили первый слой во внутренней части двери. Это у нас фиброизоляция от завода-производителя ComfortMat. Также проклеили потолок. Для примера оставили вот у нас первый слой фиброизоляции, такая же идет. И вторым слоем на нее клеится на потолке войлок. Проклеили первый слой, багажники, арки, ниша, крылья, пол в салоне. Все у нас проклеено виброизоляцией ComfortMat. Дальше у нас второй слой на пол и багажник с дверью. Проклеили второй слой завершающий. У нас все проклеено в багажнике и залоном, также двери и пол. Дальше остается только сборка.